Жизнь – это как катание на аттракционе. Пока вы там, вы думаете, что это реально. Такова сила нашего воображения. Вас подбрасывает вверх и вниз, кружит по кругу, вас бросает в дрожь, всюду яркие цвета, музыка громкая, вам весело пока. Некоторые кружатся на этой карусели уже долго и задаются вопросом, это реально или это просто аттракцион? Кто-то опомнился, вернулся на землю, и они говорят, не волнуйтесь, не бойтесь, это просто аттракцион. И мы убиваем их. Заткните его! Я слишком много вложил в этот аттракцион. Застрелите его! Как же мои проблемы и страхи? Как мой банковский счет и моя семья? Вот моя реальность! А это просто аттракцион. И мы можем все изменить, как только захотим. Это наш выбор. Нет усилий, нет борьбы, нет работы, нет денег, нет сбережений. Это просто выбор, который мы делаем прямо сейчас между страхом и любовью.